Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на CSFail. У меня на балике 283 доллара. А давайте со старта сделаем ставочку 33 бакса. Я думаю на черное, потому что в последнее время очень мало падает черного. То есть тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Считай, из последних 9 раз падало всего лишь 2 раза черное. По всем законам логики, сейчас должно быть черное. И мы выиграем. Делаем плюс 33 бакса со старта видоса и начало ролика максимально уверенно. А самое главное, начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так и вы закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. 280 бачей — это у меня баланс остался с прошлого ролика. Мы там сделали плюс 180 баксов за один видос. Но мне там прям очень сильно везло. Я сначала почти все слил, у меня оставалось бачи 30, 40, даже 20 вроде. Потом пошел в колесо играть по моей стратегии. Там мне повезло, мы словили очень хороший стрик из 3x и 5x. Я играл по своей стратегии, где я ставлю на 3x и на 5x одинаковую ставку. И в итоге мы подняли супер большой баланс. Надеюсь, сегодня меня CSFail будет окупать абсолютно так же. Я бы сказал, что можно еще лучше, но я понимаю, что плюс 180 бачей за один видос — это очень неплохой результат. Это почти плюс 20 тысяч рублей за один ролик. Ну, это и так достойно. А также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFail, вы можете при пополнении ввести промокод NICLUT и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводить его нужно вот сюда. Еще у них есть ивент «Битва сторон». Вы можете выбрать КТ или Т сторону. Выбрали сторону — выполняйте задание. За эти задания получаете монетки. На эти монетки снизу открывайте кейсы. Я вот с этого последнего кейса уже забрал, ну, около 1500 баксов на халяву 100%. Вот этот кейс, он очень хорошо выдает. Но до него идти долго, нужно целых 950 монет собрать. Это как бы, ну, не то, чтобы прям супер легко сделать. Еще у них есть карточки. За каждый цент депозит вам дают один CSFail коин. И вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Выглядит это примерно так. Нажимаете «Играть», у вас тасуются между собой карточки. Вы выбираете одну случайную и лутаете скинчик. Ладно, полетели, посмотрим, какие сегодня есть миссии. Я повыполнял что-нибудь и открыл бы этот кейсик. Так, выиграть две игры подряд в колесе по одной ставке на 5x от 5 долларов. Но вот это задание прикольное, но мне кажется, выполнить его прям супер тяжело. Выиграть 4 игры в краше, но здесь тоже 5x ловить. Но сегодня миссии какие-то максимально сложные. Но давайте вот это задание попробуем выполнить. Будем ставить по 10 бачей на 5x. Надо поймать 2 раза 5x. На самом деле, ну, звучит прям супер. Блядь, я раньше-то не залетел. Но звучит, короче, тяжело, но пару раз попробуем выполнить. Вдруг мне прям сейчас вначале повезет. Так, давай, надо выдавать 5x. Просто, чтобы у меня хотя бы баланс жестко поднялся. Я буду счастлив даже без миссии. Но здесь 5x чуть-чуть не долетает. Давайте сейчас еще 2 раза пробуем. Если мы вообще ни разу не ловим 5x, то ну нахрен эти миссии. Просто поиграем сегодня по моим стратегиям. Давай, давай, давай. Надо 5x, надо 5x. Пожалуйста, но не, ну здесь не будет. Ну, он опять, ну, в одной ячейке до 5x. Ну, что это такое? Ладно, еще раз ставим, что, продолжаем. Давай, родной, ну вы давай. Ну хотя бы просто, чтобы я поднял баланс. Хрен с ним, с этой миссией. Ну просто можно вот сейчас как будто, вот как будто он выдает 20x между двумя 5x. Да не, ну нахрен, все, погнали в дабл. Просто поставим сейчас 36 долларов. Наверное, на красное, потому что сейчас как раз красного в последнее время маловато. То есть в основном идет черное. Ну вот из последних 5 раз всего лишь один раз было красное. Надеюсь, я угадал. И сейчас все, что мы проиграли в колесе, мы камбэкнем. Ну, к сожалению, не камбэчим. Ладно, давайте удвоим, чтобы отбить предыдущий проигрыш. 72 доллара поставим на красное. Давай, 72 доллара. Ну, тут рискованная ставочка. Ну, пожалуйста, выдавай красное. Если ты сейчас красное не выдаешь, то мы в дерьме полнейшем. Он выдает нам красное. Мы лутаем все-таки плюс 36 бачей к балансу. У нас на балике 322 доллара. И я сейчас хочу в колесо просто по моей стратегии 30 баксов на 3x и 30 баксов на 5x. Вот сейчас бы 5x. Хрен вообще. Ну, миссия у меня тут не засчитается, потому что две ставки. Но 5x просто мне очень хорошо поднимет баланс. Между двумя 5x падает 2x. Да как меня это бесит. Ладно, 30. Давайте сейчас залетим в дефьюз. Хочу в дефьюз поиграть. 10 бачей. Вот такой вот кэф 3 раза. Ну ты мудак. Но нет, мы ни разу не можем. Ну мы не можем просто выиграть. Ладно. 52 доллара ставим на черное. Что-то я начинаю заигрываться. Вот надо, надо подуспокаиваться. Просто зная себя, так лучше не делать. Я сейчас могу заиграться и слить все нахрен. Давай, черное. Стой, 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 родной. Спасибо, что ты остановился. Так, на балике 244 доллара. Неплохо. Погнали в колесо. По моей стратегии еще разочек. 30 бачей на 3x и 30 бачей на 5x. Давай, давай, давай. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Как будто может. Как будто... Ну ладно, 3x. 3x тоже нормально. Плюс 30 бачей. Но в идеале по такой стратегии поймать 5x. Давайте еще разочек, также 30 долларов на 3x и 30 долларов на 5x. Давай, может сейчас, ну может, ну нет, ну нет, ну нет, ну хотя бы 3, ну 2x падает. Короче, 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 я псих. 60 долларов на 3x и 60 долларов на 5x. Если мы сейчас ловим 5x, мы просто озолотились. Если нам падает 3x, тоже неплохо. Главное, не 2 и не 20x. Я тебя прошу, родной, пожалуйста. Давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 5x, 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 5x. Ладно, 5x не будет, ну хотя бы 3, ну нет, он выдает 2x, да?
All in на 3x полетели, я псих. Ну давай, пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Он выдает 2x. Короче, ладно, мужики, на этом заканчиваем видос. К сожалению, мы все просрали. Ну ладно, это хорошая почва для следующего видоса. Я как раз хотел записать ролик, где я буду проверять стратегию для лоу баланса на кейсфейле. Короче, я думаю, мы где-то с долларов 10-15 попробуем поднять, может быть, 50-100 долларов по какой-либо стратегии из комментариев. У меня был видос, где я проверял стратегию подписчика из комментариев. И мы там проверили ее, она очень хорошо выдавала. Мы там как раз ее проверили, она очень хорошо выдавала. Вы там многие в комментариях мне написали разные стратегии. Если у вас еще есть какие-то стратегии, или кто тот ролик не видел, вы можете написать их в комментариях, я их буду проверять именно для лоу балансов, пацаны. То есть у меня будет балик 10-15 бачей, и мы будем с этого проверять стратегию. В идеале сделать x2, x3 от того, что есть. Ну, это прям вот самый лучший случай. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод NICKLUD и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению видоса. Хоть и ролик у нас получился не бешеный, мы в итоге все слили. Но чтобы меня просто поддержать и чтобы просто я увидел ваш фидбэк для следующего ролика, чтобы проверить стратегии, можно и лайк поставить, и комментарий написать, и оформить подписочку. Все, парни, всем удачи, всех люблю.